Мой дружок-пирожок, если ты играешь в GTA Online и хочешь быть самым богатым в Лос-Сантосе, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно и безопасно. Позволь себе все и еще немного. Ссылочка на группу в описании. Привет, мой дружок-пирожок. У нас уже в городе более 50 тысяч жителей, а промышленной зоны нет. Все продукты и бытовые товары привозят извне, фурами или поездами. Но некоторые предприятия нуждаются в постоянном пополнении своих складов, а из-за пробок и быстрых продаж, просто-напросто не хватает времени пополнить склады предприятий вовремя. Поэтому я решил выделить место рядом с очистными сооружениями под строительство небольшой промзоны. Пока она будет выглядеть как бельмо на глазу, но после, в финальных выпусках этого города, мы все обыграем и сделаем как в реальности, чтобы казалось все целостным и на своем месте. Для начала, конечно же, нужно подготовить территорию. Пока у нас открыты не все участки, придется выровнять прям по границе. После границу размажем, а также создадим необычный подъезд и выезд из этой промышленной зоны. Но сейчас создадим первый грузовой порт для излишек товара, чтобы не все фуры уходили на трассу через город. Еще подсоединим железную дорогу к этому грузовому порту и будем следить за тем, как сухогрузы будут часто наведываться к нам в гости. Мы уже создали прибрежную зону. Осталось обыграть так, чтобы к грузовому порту был максимально простой подъезд и выезд соответственно. А также притянуть железную дорогу, не забывая о том, что через нашу реку проходит суда. Поэтому сделать все нужно максимально натурально, так чтобы сухогрузы не цеплялись за железную дорогу, а проплывали легко.
Ну и теперь мое любимое. Хотел бы узнать у вас, вам нравится вот такой таймлапс, или это все так и лишнее, а? В общем, промзона готова, да она не очень привлекательна и выглядит как непонятно что посреди снежной пустыни. Но в финале все будет чики-пуки. Теперь нам нужны рабочие места, а для этого придется построить еще один муравейник, ну или микрорайон. В принципе, на этом и все. Осталось только немного озеленить наш город и дождаться населения в 70 тысяч. Тогда мы сможем скупить все территории и сделать все максимально красиво и надежно. Но это уже в следующих выпусках. Так что я прощаюсь с вами ненадолго. Знаю, что выпуски выходят редко. Старался раз в неделю, но не получается. Буду стараться еще больше. Ну и на этом все. Впереди, как всегда, экскурсия по городу. Всем ББ, всем ГГ.